solo. Ave María. Марш страшного и коварного, как там в стихотворении написано, Бармалея. Thank you.
собираюсь в Мальвины. Емеля на печи. Ну и последняя часть цикла, я обычно ее исполняю на концертах отдельно для детишек. И поэтому всегда абсолютно серьезно спрашиваю у аудитории и сделаю сейчас то же самое, абсолютно серьезно. Слабонервные в зале есть? Нету? Есть, тогда я прошу выйти, потому что, ну, в любом случае, я с себя ответственность снял. Итак, очень-очень страшная история. Одно из моих любимых обработок народных песен. Выполнил ее известный всем Черников. Итак, русская народная песня «Эй, ухнем».
хочу завершить свое выступление заключительной частью очень нашумевшего цикла. Играть весь цикл смысла нету, это тема отдельного концерта. Он в себя включает 12 частей, 48 минут. Речь идет о известном цикле Анатолия Кусякова «Лики уходящего времени». Последняя часть цикла посвящена Сергею Прокофьеву. Шествие. Встречайте, заслуженный артист Украины Борис Миранчук. Добрый вечер. Я хотел бы представить наше трио. Называется оно «Дружба». Дружба между Украиной и Белоруссией. Вот. Создано оно было... Сколько времени сейчас? Да, подсказываю. 20 минут назад мне уже подсказали даже. Вот. То есть 6 апреля 2019 года. Запомните 20 минут это, назад. Да? Сейчас что-то попробуем вам сыграть.